Работать на полностью возобновляемых источниках энергии будет центр обработки данных, специально предназначенный для майнинга криптовалюты в Исландии. Процесс добычи биткоина требует много энергии, которую многие майнеры используют повторно. Выращивая сельскохозяйственные культуры, избыточное тепло используют для майнинга. Новый центр обработки данных в Исландии проекта Moonlight будет иметь мощность 15 мегаватт с последующим расширением. Он будет получать энергию на 100% с помощью чистых и возобновляемых источников энергии, таких как энергия, генерируемая из гидро, ветровых и геотермальных источников.